Я Асель Жамалиева, жена бывшего политзаключенного Жамалиева Жаната. Всю зиму, пока Жанат сидел в СИЗО, я находилась здесь, в этой комнате, с двумя маленькими детьми. Будете заливать, да, мальчик? Сейчас, в данное время, хочу всех поблагодарить и сказать большой рахмет за вашу поддержку. Давай, работать. Благодаря вам. Ой, молодцы, мы делаем какие? Здесь ремонт. Спасибо всем большое. Трудяги. Пол. Но у нас не хватает материала. Хоть наполовину решили закрыть. Чтобы потом не задерживать, когда будет день. Купить материал не задерживать уже. Без остановки. Сделать пол. Хотя бы в одной комнате. Потом, при вашей помощи, я так думаю, что мы сможем закончить все, что нужно в этом году. И мне жена так замолила.